Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Эратус Лорд Смерти. И, как вы помните, да, мы направляемся прямиком к боссу. У нас остается раз, два, три. Три битвы, и будет босс. Ух, ну что же, поехали. Так, у меня, значит, здесь скелет, голем, зомби и невеста Эратуса. Поехали, с богом, как говорится. Да пребудет вся сила нечисти с нами именно в этом сражении. Хотя следующее, наверное, будет не легче. Ну, посмотрим, ребята. Все зависит от того, каких будут выдавать нам юнитов вражеских. Отсюда будем уже с вами плясать. Так, давай, не тупи, пожалуйста, прогружайся. Опять же, два берса. Жрица вот этого, да, и огнеметчик. И я смотрю, на жрице стоит три оберега и одна защита. Ну что же, мы начнем, пожалуй, снимать защиту с нее. Скелет, вставай давай в стойку у меня. И будем быстренько ликвидировать вот это вот, ребята, оракул, оказывается, это элитный у нас. Ну, неплохо, для начала мы звезданули. Так, если у нас посмотреть, броник нет ни у кого. Поэтому есть, ребята, смысл просто сделать баф. И потом, естественно, звездануть с мортиры. Опять метку вешает. Но, погоди-ка, а у нас же... У нас же с вами стоит оберег. Неужели метка не имеет значения, ребята? Полученный урон удваивается. Вот так вот. Это нам невыгодно. Ну что же, давайте начнем тогда с берсов. У них что тут? Два к броне, две к удаче и к сопротивлению два. Понятно. Так, этот у нас в стойку, да? Встал, олух. Значит, жди беды, ребята. Жди... Ох ты, на 55. Вот это я называю смачно, ребята. Кстати, выбранный миньон делает два шага. Ну, подожди-ка секунду. У нас есть еще на что-нибудь? Почему мне не дают вот здесь вот, ребята, выбрать талант для слота? Почему? Я же выучил вроде бы достаточно много талантов. Но ничего пока у нас нету. Короче, жрицу, что она делает? Ага, регенерацию на всех. Это массовый реген. Пошли берсы. Вау, пробил на восьмерочку, да, моего скелета. Ну что, жрица, пока, я думаю, только бы попали бы. Вот теперь вопрос встает у нас вот так, ребята. Психоз. Черт бы его побрал, а. С этим психозом он достал, вот я вам серьезно говорю. Почему постоянно... Вау, на 32. И этот, да, включать, нет? Ладно, пока терпимо. Значит, вот этого олуха нам нужно разобрать. Опять этот встает в стойку. Скелет, давай, будь на стреме, а нам нужно с вами как можно быстрее с ними разобраться. Особенно вот с этим, у которого... Теперь и этот еще включил. Это, видимо, у них, ребята, автоматический, так скажем, баф. Хотя я не назвал бы это бафом. Причем до конца боя нет, ребята, ограничений у него в этом. Не дай бог уже вот по зомби попадет вот этот вот урон. Это будет печально. На 30. Так, два берса, смотрим, что они делают. Метнул, да? Видите, ребят, сколько сразу он наносит урона. Слушай, мне вот так вот нравится, как ты делаешь, парень. Продолжай в том же духе, и будет тебе счастье. А этот все в стойку встает. Ну что, да... Погоди-ка, добьем или нет? Совсем капельку, ребята, осталось нам. Я не буду рисковать. Можно было бы, конечно, его сейчас добить. Но вот так мы его, наверное, уничтожим. Минус один берсеркер. Так, а вот теперь давайте, наверное, сделаем дождь ядер с вами, да? Так, что он будет сейчас делать? Вот это печалька, ребята. Вот это была большая печалька. Да еще и подожгли. Ох ты, что ж ты делаешь, Ирод? Ну что, я думаю, что у нас горит только один голем. Ладно, в общем, в любом случае нужно уничтожать берса и как можно быстрее. Вау. Вот это бумкнуло. Так, отлично, у него там остается совсем немножко здоровья. Да ты достал уже! Хорошо, что он промахнулся по всему. И блок сработал на нашем зомби. Естественно, опять поджаривают. Добьем? Добили, ребята, все, это круто. Поглощено броней? Нет, парень, как-нибудь без этого. Давай, мы с тобой обойдемся. А мы сейчас тебя немножечко здесь расчекрыжим. Слушай, я думаю, нет смысла вставать в стойку, так как он огнеметчик, он будет все равно массово бомбить. А вот двойная атака нам здесь... Опа, я забыл, что у него поглощено броней. Так, невеста Эратуса, потерпи маленько, пожалуйста. Не погибай. Не погибай, у меня радость моя, ты мне еще пригодишься. Так, он опять будет сейчас, наверное, жарить, да? Стресс, может быть, повесить на него.
Давай, наверное, мы с вами стресс на него повесим. Ага. И сделаем зарядик. Пробафаемся, чтобы на следующий ход его можно было убрать с поля боя. Да ты заколебал, оно серьезное. Жарит и жарит, жарит и жарит. Ну, пробьем на 28, это неплохо. Так, давай еще разок. Ну, я думаю, здесь один удар голема или же пару ударов скелета. Мы будем с вами делать вот этот вот удар, который игнорирует, ребята, броню. Блин, чуть-чуть не хватило. Все, сейчас. Нет, не сейчас, ребята. Голем, я надеюсь, что голем не промахнется. Сейчас будет его ход. И забомбим. Нормуль. Так, главное, что у меня здесь все выжили. Вот это большой плюс для нас. Так, ну что, ребята. Сейчас, естественно, мы этих всех ребят отправляем на отхил. А здесь заменяем. Короче, забираем Иратуса невесту. Меняем с вами зомби. Так, скелета тоже поменяем. И что-то надо делать нам с големом. Что нам можно здесь придумать? Взять тень. Как вариант, ребята. Как тень мы возьмем с вами. Так, у нас еще есть уровень. Елки-палки, он всего второго уровня. И, ребята, у него... Так, есть, если любому миньону был нанесен урон, то... Вот это надо, да? 125. Игнорирует оберег. Давайте вот это вот мы с вами сделаем. Потому что они все время в оберегах, там во всякой защите. А мы будем это дело игнорировать. Так, и посмотрим. Да, это отлично. То, что нужно. Давайте, ребята, мы вот так вот сделаем. Так, ну что, изучаем. Значит, нам нужно, во-первых, вот это вот. 20 точности в минус врагам. Тут минус 30 даже точности. Давай вот это вот сделаем. Так, наносит противнику магический урон. Но это нам не нужно. При попадании в облако... Так, а вот это вот нам пригодится, ребята. Только надо понять, какое облако сделать лучше. 30%, тут 40%, да? Давай вот так вот сделаем. И величайший обман. Тень и цель меняется, это понятно. И тут 20 уклонений и 20 точности. На одно действие, а здесь 25 к уклонению. Лучше мы с вами сделаем 20 уклонений и 20 к точности. Я думаю, это будет лучше для нас. Ну что же, друзья мои. Так, подожди-ка. Посмотрим вначале, что у нас тут еще есть. Игнорирует оберег. 20-30 магического урона наносим, да? Кстати, может быть, нам вот эту вот перчатку поставить? Наносит первым трем врагам 15-35 магического урона. Ну вот это тоже хорошо. Враги не могут воодушевиться. Хм. Ладно, пока оставим, наверное, так. А сюда мы... Позволяет Ирацу использовать в бою град черепов. Или лучше динамит взять? Нет, лучше град черепов. Так, ну что, ребят. Один этот скилл-поинт у нас есть, поэтому давайте его потратим. Только вот куда? Самое интересное, куда? Так, Ирацу наносит цели 35-45 стрессового урона. Случайный миньон получает 20 физического урона. Ага, спасибо большое. Я на это не подписывался. И кто у нас тут? Сражение. Ребята, по-моему, здесь будет голем у нас, да? Но не тот, который был каменный, а вот именно вот это вот. Четырехрукая шива с мечами. Естественно, на нее мы будем сразу делать... Так, погоди-ка. Блин. Всю кашу мне портят. Стрелок входит первым. Понятно. Приступаем. Так, у нас броня только вот на этом олухе, да, молотобоец. Ладно, заряжаем свою мортиру под баф. И призрака, наверное, будем все-таки в стоечку переводить. Пускай он будет стоять сзади, контратаковать. Так, теперь самое интересное, ребята. Надо нам стрелка. Я, наверное, все-таки... Может быть, надо было бафер уничтожить в первую очередь. Но я все-таки на стрелка. Потому что у него, ребята, действительно серьезный урон. Как практически у моей лучницы. А еще, не дай боже, с критом попадет. И он еще бафает его, а? Мне и так-то с ним тяжело, блин, драться, он его еще и пробафал. Ой, скелетик ты мой родной. Ага, голем невосприимчив. Тоже к любому виду магии. Да, зато вот этот вот, молотобоец. Ладно. Так, давай, ребята, мы знаешь, что с вами сделаем? Этот в стойку у нас встал, да? Нет, перенаправление. Меткость мы, ребят, понизим стрелку и... Невестушка, не подведи, радость моя. На 24, неплохо.
Так, и попробуем его... А, перенаправление, блин, в броню, ребята. Конечно же, в броню мы попадаем с вами. Только лишь один блок сняли. Так, ну у тебя меткости нету. Метка, вот это хуже. Это хуже. Если под меткой он будет бомбить, все, ребят, это финита ля комедия будет для нас. Не дай боже, вот этот вот голем долбанет, да еще и попадет, да еще и под бафом от этого хитрожопика. Ну, у нас, ребят, тоже у скелета невосприимчивость. Ты достал уже. Стрелок, да? Под меткой. Фух, он промахнулся. Работает, ребята, дебаф, работает. И контратака тоже хорошо сработала. Так, скелетуша, давай, родной мой, вставай в стоечку. Ну, а мы сейчас с вами, ребята, добьем стрелка. Да ёб красоты, добили, конечно. Слушай, он меня вот этим перенаправлением сейчас будет бесить. Блин, наверное, в блок, да, попадем? Перенаправление не сработало. Все, минус одним, ребята. А теперь, следующим, я думаю, нам нужно бафер уничтожать. Потому что он сейчас начнет тут бросать эти пробирки в нас. Дебафы. Мы только дебафы с вами получаем. Этот встает в стойку. Этот у нас в стоечку встал. Так, давай попробуем, ребята, меткость. А, оберег же. Что ж я все время забываю. Давай этого олуха. На 21. Ты что, совсем что ли? Это же ничтожно мало, ребят. 21 урон. Из мортиры. Несерьезно, на самом деле. Этот достанет нас. Пока у него, ребята, блок не сойдет, он так и будет его прикрывать. Он еще и бафает. Еще раз. Надо посмотреть, что, кстати, за баф он ему повесил. Опа. По призраку попал. Массовая атака от молотобойца. Прилетела нам. Причем всем. Игнорирование, ребята, оберега. Поэтому он его не спас сейчас в данный момент. Промашку дал. Ух, давай в стойку, короче, уводись. И если перенаправление опять сработает, это будет плохо. Ну-ка. На 47. Вот, совсем уже другой, ребята, разговор. Совсем другой. Скелет, ты не выходишь из стойки, запомни это. Ты будешь у меня тут вечно стоять. Подожгли маленечко, да? Пускай понемножку будет получать урон. И я хочу, знаете, что попробовать? Вот так вот. Ай, на 14. Так. Дебаф. Ну что, олух, все-таки решил бросить, да? Свою мензурку. Так, надеюсь, не массовая атака? Нет, ребят. Для массовой атаки ему нужно стать в стойку. Мы это помним. Кстати, вот нам, и когда из мортиры бомбишь без, ребята, этого, как, без бафа, урон намного-намного меньше. Понизим меткость мы с вами, наверное, вот сюда. Отлично. Так, и попробуем добить. Ну, конечно же, как вот в самый ответственный момент, ребята, идет перенаправление. А этот все бросает свои скляночки, гаденыш. Так, нет! Фух. Она так может убить, ребята, просто-напросто. Так, опять он в стойку встал. Есть, ребята, нету никакого вреда. Я думал, сейчас мы можем его как-то сбить, но нифига не получится. Единственное, что мы можем с вами вот так вот сделать. Смотри, в тот раз я бросал, да, все нормально было. А в этот раз почему-то у него оберег сработал. Какого же лешего-то происходит здесь? Ну что, зомби, бомби. Слабо. Это, ребята, было слабо. Давай у него оберег. Этот невосприимчив к огню. Все големы невосприимчивы, ребята. Они как неодушевленные предметы. По кому сейчас звезданет? Только не по невесте, пожалуйста. Скелет. Массовая. Опа, промах, ребята. Это все-таки дебаф сработал. Все, этот олух у нас без оберегов, без всего. Он встает в стойку. Давай вот так вот сделаем. И нам нужно, ребята, с этим чувачком как можно быстрее закончить. Дебаф пока стоит, да? Пока есть. Давай вот так вот его маленечко поджарим. Крит на двадцаточку выпал. Так, что у него тут? Увеличен урон, да хорош вы, серьезно что ли? Твою же маковку, у него, ребята, увеличен урон. Так, это понятно, меняется местами. Давай вот так вот сделаем. Пускай наносит потихоньку урон. Но, по кому? По скелету. Ёлки-палки, скелет, ребята, может рассыпаться. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Опять промахнулся. Но дебаф, по-моему, слетает с него, да? Вау, да он вообще сам слетает отсюда. Ха-ха, молодец, тень. Хорошо сработано.
Ну что, все, цыпочка, ты доигралась по ходу дела. Пришел тебе, наверное, каек. Так, град черепов и цепная молния. 45 манны. У нас нету этого, ребята, не хватает. Ну что, тень, давай, наверное, попробуем вот так вот сделать. Мало, мало отняли. Вся надежда на выстрел. Тьфу ты. По кому? По скелету, нет? Ага, повесил на себя, короче, дополнительную защиту и один оберег. Достаточно было выстрела от зомби, и, ребята, рассыпалась она. Ну что, я могу сказать, бой был напряженный, достаточно напряженный, но мы с вами выкрутились из этой ситуации нелепой. И, конечно же, давайте обратно всех своих юнитов менять. Потому что они уже отхилились. Так, скелетон, давай, родной, вставай. И у нас там, ребята, следующий сейчас бой будет. Так, а я хочу, знаете, что пооткрывать здесь. Значит, так, нам нужен такой чувак и, в общем, создаем. Создаем себе. Так, охотник за головами. Создать. И кровавый фантом. Вот так вот. Ну что же, давайте мы быстренько перейдем на кладбище. Здесь пооткрываем эти ячейки. Пооткрываем. Всего на одну ячейку-то и хватило. Плохо, ребята, это плохо. И смотрим, что у нас там по карте. А по карте у нас очередной, ребята, бой. Очередное сражение. Я не знаю, стоит ли нам оставлять вот такую тень покоцанную. Или же все-таки нам стоит взять с вами голема. Голем у нас здесь стоит. А он еще и, опять же, покоцанный. Так, а ты какого лешего здесь вообще делаешь? Давай-ка мы, наверное, вот так вот это все сделаем. А голема поставим сюда на отхил. Значит, придется оставлять, ребята, вот эту вот тень. Риск очень большой, но я другого выбора не вижу. Погнали. Остается, ребята, всего ничего у нас. И будет босс. Босс, еще раз напомню, будет гном там. Так, все зависит, кто здесь. Это, по-моему, вот это элитный, ребята, чувак. Это я вам точно говорю. Ну что же, блин, с этим охотником еще опять. Блин, и жрица здесь есть. Ладно, начнем так. Так, меткость. Кто там будет в следующем ходить? Жрица. Потом вот этот чепушила, да? Фу. Так, тень, давай-ка в стоечку, уходи назад. Скелетунь, ты будь наготове. Так, зомби у меня ходит. Ну-ка, посмотрим. Оберег. Так, метку будет вешать. Стопудово будет метку вешать. Я даже в этом не сомневался. А этот в стойку. Ну, все как по написанному, ребят. Все как и должно, блин, быть. Так. Оберег. Это у нас, значит, получается магическая все-таки атака. Скелет, ты не выходи у меня из стойки вообще, пожалуйста. Давай вначале вот так вот сделаем. Теперь вставай в стойку, потому что... Если этот чувак стрельнет, например, в невесту Иретуса под... Да, ребят, я именно это и хотел сказать. Под меткой. Вы видите, сколько здоровья осталось. Это вообще ни о чем. И я боюсь, мы здесь потеряем с вами нашу прекрасную девушку. Промахнулся, господи. Так, теперь метку вешают на тень. Твою же маковку, что он творит, а? Что он вытворяет? Он еще мне и тень застанил. Пипец. Вот так вот, ребята, вот так вот мы и теряем наших бойцов. Вот так мы и теряем. С меткой тут не прокатит, ребята. Сейчас выстрел будет, в кого? Он наверняка будет стрелять именно... Мы можем, конечно, кое-что здесь предпринять, но... Так, получает 4 к атаке и 4 к ужасу. Придется просто стрелять, ребята. На 22. Так, у меня, видишь, еще проблема в чем, ребята, призрак может погибнуть. Точнее, не призрак, а тень. А он мне здесь нужен. Че он-то, в стойку будет вставать, да? Он достал мне со своей стойкой. А этот мне достал со своей... Метку влепил. Типа, знаешь, приговор. Типа того. Я тебя приговариваю, типа, к смерти. Кого нам? Давай...
Я даже не могу сделать, ребят, знаете, что? Я даже не могу сбить. Я сбить ему стойку не смогу. Игнорирует блок, игнорирует все это. Но ведь это все ерунда, на самом деле. Что ты игнорируешь? Перенаправление! Вот так, ребята. Промах. Слушай, а вот вам не кажется, что сейчас в данный момент это все сделано вот как бы специально? Смотри, что сейчас будет. Опять молния, цепная молния, ребята. Господи, он убил мне тень, ребята. Он убил мне классную тень, прокачанную, ты понимаешь? Сейчас стрелок может наверняка добить невесту. Нет, он все-таки решил в скелета. Очень плохо. Отвратительно. И это все накануне, ребята, перед боссом, да? То есть лучше, блин, не придумаешь. Нам нужны крепкие, сильные юниты. А здесь довольно серьезные у нас юниты, ребята, с вами. И он их всех разбирает. Ну, естественно, перенаправление. Кто бы сомневался. И прикинь, у них инициатива. Знаешь, что я немножко не так сделал, ребята? Пипец. Это фиаско, по-моему, ребята, в этом бою. Рано или поздно должны были мы где-то с вами сдуться. И вот, по-моему, настал тот момент. Печальное перенаправление. Ну, конечно же, конечно же. Ну, кто бы сомневался. 50%, ребята, перенаправление, да? А такое ощущение, что 100% здесь. Еще и застанил мне зомби. Как тут выиграть? Как, ребята, тут можно вообще выиграть? Это сейчас будет, наверное... Хорошо, что он промахивается. На нем дебаф, да, стоит, ребята? Да, не дебаф, а у него страх вот так повлиял. Этот еще и ход пропускает. Все, короче, на одном скелете мы здесь с вами не вытянем. Это я вам точно говорю. Промах, промахнулся. Так, ну, давай, наверное, попробуем, блядь, знаете что? Хотя бы вот так вот сделать. Потому что, ну, если уж проигрывать, так проигрывать с музыкой. Перенаправление? Нет? Неужели? Хорошо, хотя бы так сделали. Теперь нам нужно вот этого вот засранца уничтожить. Может быть, не надо было жрицу нам с вами убивать, а? А просто бомбить вот этого баффера. Да ты так заколебал ты уже, а? Здоровье практически, ребята, одинаково у нас. Я имею в виду, что у скелета, что у моего зомби. Попробуем. Да не... Блин, он еще выжил! Как ты выживаешь-то так? Буквально, ребята, на микронах живет. Что, он опять бросит свою? Да, конечно, бросит. Так. Черт, я даже не знаю, что сделать, ребят. Я буду атаковать. Я знаю, что мы можем потерять с вами скелеты. Я знаю, что мы можем потерять с вами зомби в любую секунду. Но у меня другого варианта нету. Так, это у нас наносит... какой магический? Дымовая шашка. Игнорирует броню. В плане... Погоди-ка, погоди-ка, там было написано «Игнорирует броню». И мы с вами получаем в блок. Очень интересно мне. Тут лучше не придумаешь. Так, скелет, стой. А, зомби, зомби, зомби. Давай стрелять. У нас без бафа, ребята. Поэтому урон будет, естественно, маленький. А этот будет сейчас, наверное, вставать в стойку. Черт, он мне размажит моего скелетончика. И зомби не успеет его добить. Так получится примерно, да? Я представляю, что так. Это сколько? Еще, наверное, где-то выстрела 3 нужно нам сделать. Не успеем, скорее всего, мы с вами сделать эту вещь. Так, а у нас тут стойкость. Ага, понятно. Попробуем. Блин, ни дебафа, ничего нету. Абсолютно, ребят, не могу даже ничего сделать. Но оберег. Элитный чувак нам достался, который убивает скелета. Просто убил мне скелета. И у меня ничего не остается, как в оберег просто ему бомбить и все. Да, зомби погиб здесь. Зомби, ребятушки, здесь погиб, к сожалению. Мне не хватит. В любом случае, он сейчас любую атаку произведет, и мой зомби рассыпется. А он произведет ее. Блин, как же грустно. Короче, нам придется с вами, ребята, брать тот отряд,
который у нас сейчас лечится, и как-то им бобить. Но здесь остается один враг. То есть мы сейчас будем с вами заходить в битву, ребят. Иди сюда. Как говорится, никуда от этого не денешься. Кому написано погибнуть, ребята, тому написано. И ничего ты здесь не сделаешь, к сожалению. Как бы ты ни выкручивался. Почему я и говорю, что игра очень жесткая, ребята. Очень. Так, давай-ка мы, наверное, блок, игнор. Будет крюк у нас подтягивать вражин. Так, и будем создавать сейчас с вами новых миньонов, пока у нас есть такая возможность. Во-первых, нам кто нужен? Невеста Иратуса. Давай собирать ее. Еще одну соберем, на всякий случай, ребят. Так, давай сделаем, наверное, лича. Хорошо, и... Да, в принципе, и все. Больше нам пока здесь никто не нужен. Так, скелетушка, родной мой. Давай вот так вот сделаем. И... Сейчас мы посмотрим, ребята, у нас, по-моему... Есть, хорошо. Так, невеста, давай мы тебя немножечко пробафаем. Критический урон. Так, наносит 120. Давай вот это вот сделаем. Так, получает... Нет, вот это вот 6,6. Так, прерывает действие стойки цели. Отлично. Все. Вот такой, ребята, у нас получается с вами отряд в данный момент. И давайте все-таки добьем этих охламонов. Он здесь один остался у нас, да? Я думаю, мы потянем, все-таки сможем его разбомбить. Давай-ка вначале вот так вот сделаем. На боссе, кстати, я хотел сказать, ребята, не прокатывает такая фишка. Если ты проигрываешь, там все юниты и все восстанавливается. Абсолютно все. Вот этот вот олух просто разбомбил мне весь отряд. Упырь. Других у меня слов нет на него. Так, смотрите, что самое интересное, что мои вот эти ребята отхилились здесь, да? Погоди-ка, вот здесь вот. Поэтому давай, наверное, вот так вот сделаем. Хотя нам невыгодно, нам выгоднее оставить 5 уровней, вот, да? Так, скелет. Тут, по-моему, у нас получше. Да, 5 уровня. А вот сюда мы поставим на прокачку. И лича тоже. Так. Нормуль, нормуль. Ну что, поехали далее. Посмотрим, ребята, как нам лучше здесь... Либо вот так пойти вокруг, либо напрямую. Что бы вы мне посоветовали? Я даже не знаю. Сундук с артефактами. Или же мы с вами просто возьмем одного. Ух, секунду, ребята. Вот этот вот охотник за головами мне, по-моему, здесь не нужен будет. Давайте мы с вами его заменим. Так, на кладбище нужно зайти. Мы его заменим только вот на кого? Был бы у меня голем бы восстановленный полностью, я, наверное... Давайте вот так вот, наверное, сделаем. Так, смотрим. Значит, голем. Там нужны атакующие юниты. Должно хватить у нас мощей, чтобы пробить босса. Так что рискуем, ребят, своим здоровьем. Погнали. Так, кого тут забираем? Тень. Тень, конечно же, нам нужна. Мы, кстати, сразу же, наверное, с вами можем поставить ее на прокачку вот сюда вот. Так, а этот у нас как раз получил уровень фантом. Фантомом я почему-то, ребят, тоже не пользуюсь, я не знаю. Мне он как-то не особо зашел. Ну что же, готовы, ребята? Я думаю, что вы готовы увидеть босса. Поэтому погнали. Сейчас будет боль. Как один из главных спонсоров всего горнодобывающего комплекса, раскинувшийся под замком, изобретатель несет немалую ответственность за освобождение Иратуса из вечного заточения. Конечно, мало кто осмелился напомнить ему об этом факте, поскольку его острый ум был признан гильдией алхимиков бесценным. В конце концов, немногие могут реально рассчитывать точное количество взрывной энергии, необходимой для расчистки туннеля без провала. Но теперь, когда изобретатель лично вынужден попытаться спасти все предприятие, он приспособил свой великий интеллект для куда более воинственных занятий, чем строительство. Да, ребята, и сейчас вы его увидите. Короче, смотрите, атакуем чисто не его, а вот эти вот машины. И в первую очередь нужно атаковать вот эту вот тачку. Это бьет молнией, остальные все бафают. Остальные все, ребята, бафают. Так что, подожди, скелет, будь на чеку. Так, ты у нас зарядишь мортиру. Нам нужно как можно быстрее их уничтожить, пока он тут не начал раздухариться. Уничтожаем. Отлично. Теперь он тратит ход для того, чтобы ее вернуть на место. Видите, урон получил он. Вернул. Но он без молнии. Вот так вот он сам бомбит. Так.
Дебаф получил у меня зомби. Это его бафает штука. Ну, а мы с вами начинаем бомбить. Так. Давай-ка вот церковь начнем, потому что здесь, ребята, у нас здоровится, вы сами видите, да? Тут и блок, тут и оберег. А выстрел массовый. Ага. Кстати, есть неплохой шанс пробить. Да ладно, Големыч, ну ты что, специально сейчас будет чинить. Сейчас этот чувак будет что-то чинить. Все, носится как курица с яйцом со своими установками. Они еще, ребята, здесь, кстати, ускоряют вот его, и он будет ходить очень быстро потом. Я надеюсь, что ему не удастся это сделать все. Так, Иратус, подожди смеяться, пока еще рано. Пока еще рано. Давай, зомби, попробуем с тобой так сделать. И нам нужно добить вот эту вот ерундовину. Опять не получается. Молния? Ну, конечно, молния. Что может быть еще, ребята? В общем, наша цель — уничтожить вот эти установки быстрее, чем он уничтожит нас. Вот так. Видите, он стакается. Ну-ка. Вау. Одна установочка осталась. Сейчас мы ее с вами шваркнем. Да почему же ты все время тут сюда бомбишь? Бомбил бы по установке, да и все. Ну что, получай урон, олух. Что-то не хочет пока. Ладно, давай попробуем так сделать. Чуть-чуть не хватило совсем. Сейчас смотрите, какой, ребята, он получит урон колоссальный, по идее. Три установки мы ему уничтожили. Он сейчас их все призовет обратно на место. Хотя, смотри-ка. Поглощено броней. Вау! Неплохо, да? Ну что, ребята, ему остается совсем чуть-чуть. Я думаю, что вот эти три установки мы уничтожаем, и все. А может быть, даже и две. Да чтоб тебя, смотри, сколько урона нанес, а, олух. Где эта электрическая? Вот она. Ее бомбим, потому что она выпускает молнию, которая бьет рандомного одного из наших героев. Так. Слабо стрельнула ты, радость моя. Давай так попробуем. Фух. Сложите в общую кучу, правильно говоришь, Иратус? Сложите в общую кучу. Так, ну что, у нас ходит голем, потом начинается его свистоплясочка здесь. Так, на 23. Да, ребята, еще одну установку, если мы с вами уничтожаем, то ему каюк будет. Ускоряешься, гаденыш, да? Так, у него здоровье прибавилось маленечко, я вижу. Ну-ка, у нас что-нибудь есть? Есть, но это нам не нужно, ребята. В данный момент нам это не нужно. Будем вот это вот добивать, наверное, потому что меньше всего здоровья именно у нее. Так, давай сделаем. Все, ему крышка. Ребята, ему крышка должна быть. Давай, погибай. Смотри-ка, что-то еще. Что-то выдумывает там. Он ждет, когда будет его ход, ребят. А ход его будет буквально сейчас. И он отдуплиться должен. Все. Фух, остается... А, нам даже не надо установки бомбить. Отлично. Ребят, ну согласитесь, босс был изи. А в начале, когда я не знал, я бил именно его. И, конечно же, нас разбивали. Ну что же, пятый уровень получил у меня зомби. Пятый уровень сопротивления. Оберег, давайте вот так вот сделаем. Големыч, давай, родной, мы, наверное, сделаем вот так. А, это уже прокачано. 15 стойкости. Ну, это, ребята, понятное дело. И скелет у нас получил шестой уровень. Вот это круто, кстати. Противник получает психоз или воодушевление. Снимает все дебафы с целей. Нет, не дебафы, а даже бафы. Все бафы. Ну что, дорогие мои друзья, мы с вами передвигаемся на новую карту, на новую локацию. После того, как гномы пали под натиском орд ходячих мертвецов, новости о постигшей подземелье смертельной опасности начали распространяться по всей округе. Королевство людей тонуло в богатстве, а потому не было отбоя от бесчисленных приключенцев, клятвенно обещавших привести к подножию трону голову некроманта, пробудившегося от тысячелетнего сна. Все они собрались здесь, в этих казармах, хитроумные мошенники и умудренные глубоким познанием маги, храбрые рыцари и ловкие эльфийские стрелки. Все следовали зову наживы. Ослепленные сверканием злата, наемники едва ли подозревали о том, сколь страшная угроза ожидала их впереди. Наивные глупцы, не способные понять, что все они всего лишь стадо обреченных на убой агнцев, покорно сгрудившихся перед приближающимся мясником. Вот так, ребята, мы с вами переходим вот на эту карту. В принципе, я на ней и остановился.
И вот здесь вот будет босс. Какой босс, я не знаю. Но я могу вам точно сказать одно. Что если мы здесь где-то с вами погибнем и не дойдем, то обязательно можем начать с моей записи. Потому что моя запись в данный момент находится как раз уже перед самим, ребята, боссом. И если вы в этом не верите, то смотрите. Главное меню, естественно, я начинаю. Ну, вот у меня битва 35-я. То есть это чтобы была гарантия для нас. Вот, ребята, мои войска. И вот, как вы видите, где я нахожусь. И вот, где у нас босс. То есть мне нужно сделать всего лишь один шаг, и мы будем с ним драться. Что за босс, я пока не знаю. Но надеюсь, ребята, вам понравилась эта серия. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно продолжим играть в нее. Так что до новых видосиков и удачи вам.